привет, сегодня 8 мая, воскресенье, мы решили добраться в центр. Тут волонтерская допомога, тут сейчас направляемся в центр, туда где-то на площадь рынок, машину там припарковал подальше к центру, потому что там перекрыто, ну и парковки платные есть. Это дворец Потоцких. Он сейчас закрытый. Это как гуманитарный штаб. Шановую память. Сейчас снаряд побахнет. Подходим к опере. Тут сейчас видно. Света фотка Инстаграм. Национальный музей. Пойдем туда, там рыночек. Раз Кратышевый. Площадь рынок. Вот только что предлагал экскурсии мужичок. Дом ученых, там подземелья, ну это здесь, наверное. Там 50 гривен человек. Такой рыночек тут. Все украинки. Хороший мальчик. Тут сейчас будем проходить мимо знаменитого Параджанов. Портвейн. Рыстик. Вот такие рыстики. Здесь такая арочка. Пойдем туда, в тот город. Параджанов. Портвейн. Вот классное пиво, мясо. Маунс пивс. Мы проходим в другую улочку.
слушали, пошли в нее, пойдем. Валия, она будет жирная. Бекон, курка, шпинат. Света, что пить будешь? Соня, что будешь? Мне надо. Я суп даже. Так, это улица Армянская. Я сейчас приду, мне завтра сюда на работу пригласили в ресторан. Не знаю, ресторан чего. Хочу пойти посмотреть, что там за ресторан. Короче. Это такой армянский район. А вот он, ресторан. Паб. Чего? Рок-вилл, иди сюда. Галочка, алхимия. Армянский план, и вот такой улица Армянская, вот грузинская кухня. Тоже какая-то кафешка, походу. Там везде сейчас, в каждом дворике кафешка. Сейчас я в этот раз сравниваю, пицца была 5 раз. Пицца такая на рулах. Черная, чем она там закрыта нормально. Может, купим этой наливки, дома выпьем. Сколько она там стоит? Ты хочешь? Я бы хотел бы наливочки попробовать. Ну, идем попробуем. Площадь рынок. Ратуша. Вот театр пива здесь. Иностранцев очень много. Масонская символика. Две занимаешься?
навіть немає. Ты сейчас 129 год. А тут музей стекла. Шоу-бар Казанова. Та весілля тут. Львівська барахолка. Завтра на 12 часов у меня будет встреча по поводу работы в ресторане Човен поваром. Собеседование будет. На выходные центр перекрывают. Движения машин мало. Нужно дорогу смело переписать. Ну, так вот. Волонтерская машина.
улица Джохара Дудаева. Смотрел, спасибо, конечно. Поздравляю всех с праздниками, с маем. Самое главное, чтобы, блин, не было того, на что мы там ходят слухи. Чтобы наконец-то эта война закончилась. Чтобы все был мир, крепкое здоровье. Берегите себя.